тебя, бандит, и уж лучше работать в отделе водоснабжения, чем в тех гнусных местах, где мы с вами копали сточные каналы. Правда, нытики? Да, благодаря нам Чикаго получит вдоволь бесплатной воды. Можно будет купаться целый день. У-ху! А вот и герои-спасатели. Мои глаза! Вдруг стало темно! Ой! Это был наш коронный номер! Я вижу, паршивец наш взлетает на воздух! Какая красота! Великий огненный путь! Приятно прокатиться с ветерком. Капитан Дроссель докладывает, хвостами мы встряхнули, чумозоиду насолили. Разве мы не таланты? Ну, в себе я особых талантов не нахожу, поэтому предлагаю пообедать. Я бы посоветовал вам китайскую кухню, потому что сейчас вы превратитесь в китайскую лапшу. Кажется, на этот раз удача от нас отвернулась. Мыши-рокеры с Марса. Мото-кентавры. Автор сценария Шон Деррик, композитор Уилл Андерсон, режиссер Ричард Труглот. Добро пожаловать к столу, мышиный фарш. Какой шутник. Он что, комик? Комик на новенькой тележке. Подыграем ему? И пусть рассмешит зал. Забавное колесо смеха. Пора перекусить. Как насчет сосисок? И шипучку, только мне с вами неприлично появляться. Что? Я пошутил. Братья! Так, босс, мы не виноваты. Никто не может справиться с этими грызунами. Я должен избавиться от этих проклятых мышей до открытия моего аквапарка. Да ладно, и они пусть поплавают. Наплевать на них. Кретин! Аквапарк с водными аттракционами – это камуфляж. Он задуман как памятник искусства и истории с Ирландии. Он будет отличным прикрытием для нашего генератора кислотных дождей, которому потребуется тонны воды. Какое еще объяснение годится для того, чтобы оставить город без воды, кроме открытия этого парка для населения? Конечно, я бы с удовольствием эту воду украл и без всяких формальных объяснений, но... Нет, потому что для защиты моей собственности от кислотных дождей мне пришлось построить купол под предлогом борьбы с грызунами. Это колоссальное строительство. Ты все еще слушаешь? Зачем я это тебе рассказываю? Так я и сам удивляюсь. Ваша сырная сливочность. Посмотрите, как действует мой новый кислотный раствор, ваша сырность. Вы уверены, что он не повредит корм? Я вовсе не хочу, чтобы мои приспешники растворились. Не беспокойтесь, сейчас я вам продемонстрирую. На мне! Пожалуйста, попробуйте на мне! Во имя науки! Ой, я
Таю, Таю, зачем вы это сделали? Наверное, нужно еще немного доработать формулу раствора. Все равно, это восхитительно. Как только кислота растворит весь металл в городе до жидкого состояния, я благородно предложу свои уборочные машины и откачаю его на Плутарк. Да, превосходный план. Если бы только не эти проклятые мыши-рокеры, я бы собственными руками придушил их всех, чтобы они больше никогда не вмешивались в мои дела. Ну почему во всей огромной галактике никто не обращает внимания на эту мышиную возню? Мелкий дождик капает. Не сочтите за наглость, ваша масляная жирность. Но если мы не можем нанять лучших мотоциклистов, то почему бы нам их не создать? Мой дорогой доктор, я не представляю, о чем вы говорите. И скоро всей семьей вы сможете покататься в парке на водных аттракционах. Вы познакомитесь с историей Сырляндии. Сырляндии? Не в этом ли парке цветы вянут? А птицы убивают своих неверных жен. Наверное, если они потеряли к ним уважение. Да ведь Лимбургер владелец аквапарка. И чумазоид там работал. Знаете, братья, у меня возникло огромное желание поехать туда. Извините, братья, вы не заметили? Мне показалось, что это был чумазоид, а с ним еще какие-то лица. Ты же понимаешь, это ловушка. Чистейшая воды ловушка. Возможно. Так чего же мы ждем? А вот и мышки. Ой, а... Братья, кажется, на этот раз чумазоиду шутка удалась. Осторожнее, братья, не зацепитесь! Бесполезно. Наверное, они из плутаркийской стали. Черт, царапина! Царапина на моем неприкосновенном теле! Мотоцикл! Пострадал мой мотоцикл! О! Что? Тоннель сужается! Сюда! Ты у меня дождешься! Чумазая рожа! Поцарапать меня ладно, но мой мотоцикл! Вот он, собственной персоной! Как вы, мышки! У меня такое чувство, будто я заплатил по фальшивому чеку. Но за что? Нет, я ему этого не прощу. Нас провели как мальчишек. Ну, вонючий Лимбургер, берегись. Ну, вы видели? Ваша мягкая сырная сущность. Мой хитрый план удался. Как раз то, что вы хотели. Что же это за план? Поцарапать их мотоциклы? А дальше что? Позвонить им в дверь и убежать? Ах, ваша рыбообразная насмешливость! Я сейчас вам все объясню. Видите ли, если взять живые клетки мышиной шерсти, скомбинировать их с молекулами металла от мотоциклов мышей-рокеров и добавить к этому кончики ваших ядовитых обкусанных ногтей, мы получим нечто невиданное. Мы получим самых страшных мотоциклистов по всей вселенной. Они сильнее этих жалких грызунов, наши непобедимые гибриды. Давайте назовем их мотокентавры. Доктор, мы уже можем выкачивать из этого города кислотную валюту. Начинаем потоп! Сейчас над вершиной горы появятся тучи, из которых на Чикаго обрушится ядовитый, все разъедающий ливень. Ну что ж, приступим. Простите, в такой момент мне хочется петь. Да-ду-да-ду-да-ду, да-ду-да-ду-да-ду, да-ду-да-ду, да-ду-да-ду-ду, моя серенада без любви. Да-ду-да-ду-да-ду, да-ду-да-ду, да-ду-да-ду-да-ду. Братья, выясним, что там такое. Так, так.
добро пожаловать, мои заклятые друзья. Я рад пригласить вас в парк «Скользкий сыр». Очень милое местечко. Кончай трепаться. Лучше скажи, какую мерзость ты сотворил на этот раз. О, джентльмен, зачем вы так? Аквапарк «Скользкий сыр» создан как место здорового отдыха и в поддержку семейных ценностей. Твои добрые намерения всегда приводят к печальным последствиям. Да, поэтому мы лучше сами все посмотрим. Вы мои почетные гости. Я даже предоставлю в ваше распоряжение гидов, сопровождающих. Кто они? Кто это? И за что это нам такая особая честь? Джентльмены, разрешите представить вам гидов-мотоциклистов, нашу гордость и надежду. У меня предчувствие, что от этих парней добра не жди. Вперед! Откуда у них такие же мотоциклы и снаряжение, как у нас? О, мама, они тоже умеют летать! Давайте увеличим скорость! Вперед! Я был уверен, что мы их обставим! О, недурно для начала! У этого клоуна красный мотоцикл, как у меня! Чтоб вас черти взяли! Ладно, комбинированный финт 26 бис! Хочешь повисеть у меня на хвосте? Тогда я, пожалуй, этого прихвачу. Оу! Почему не убрали кран с дороги? Что за новая мода? Братья, ничего не выходит. Может, нам лучше пока отступить? Ну нет, я никогда не бегу с поля боя. А где здесь выход? О, мы оторвались. О, в чем здесь дело? О, в пространстве и времени. Как сказал бы Эйнштейн, танцуем отсюда. Струсили и удирают. Я рад, что тебе понравилось представление, потому что эти новые гиды-мотоциклисты умеют делать все, и моя прежняя бездарная команда, и ты, Чумазоид, уволены. И я смогу баллотироваться в Сенат. Это мамочкина мечта. Они пристали к нам, как мухи. Это ненадолго. Ха-ха! О, риск – благородное дело. Что скажешь, Мода? О, мама. О, черт! Прорывайся! О-о-о! Чтобы вы там поджарились. Я пошутил. Как бы нам их остановить? Братья, идите сюда. Вот. О, нет! Доблестные останки наших мотоциклов. Эй, прячьтесь. Братья, это конец. Таких я еще не видел. Да? Да, хорошо. Давайте представим себе. Лучше не надо. Эй! Нет, что это? Кажется, буря началась. О, смотрите. Машина как будто там. Ослабление металла. Кислотный дождь. Так вот, что задумал этот вонючка. Ага, на кожу это не действует. Отлично. Давайте накроем мотоциклы чехлами из натуральной кожи. А то вам придется ехать на голых шинах и волочить по земле такие же голые хвосты.
кем вы раньше работали, мистер? До моего босса Лимбургера я работал вышибалой в ресторане. А до этого был сержантом в полицейской школе. Да-да, и еще мне пришлось посидеть за решеткой. Я так и не знаю, за что меня посадили. Ага, ясно. Есть ли у вас профессия? Подстригаю кусты. Это не профессия. Да, о, я, знаете, еще могу записывать разговор на пленку. Я однажды записал, а босс не заметил. И тоже что-то записал. Получилось, как будто квакают лягушки. Эй, похоже, дождь идет по какой-то системе. Вряд ли Чикаго снова станет прежним. Вперед, братья! Еще немного, и весь город растворится. А мы бездействуем, испугались этих мотокентавров. Неправда, просто сейчас мы в новой роли. Мы никогда еще не были приманкой. Зато ею были наши мотоциклы. Мы их научили хитрости. Хитрость? Это идея. Хитрость. Мы сделаем это без мотоциклов. Ерунда. Точно. Оказаться одновременно в двух местах. Да. В таком случае мы обойдемся без мотоциклов и победим этих кентавров. Фарса! И вперед! Лимбургер, неблагодарная собака! Лимбургер, неблагодарная собака! Лимбургер! О, да это же мыши! А, стой, мы ведь больше не работаем. Плевать на них. Ладно, парни, поем сначала. Кумбая перед нами, кумбая перед нами. Надо проникнуть под купол, найти эту дождевальную машину и заткнуть кислотный фонтан. Взорвем все к чертям. Мои дорогие мотокентавры, у нас незваные гости. Уничтожьте их, буду вам очень признателен. До встречи. Смотрите, братья, они уже здесь. Может, оставим им что-нибудь на память? Специально сделал. Разрушил мост. Ну-ка, голубчик, сейчас я нажму на эту кнопочку. Мы стреляли и хватит. Поберегите ракеты. Отлично, вперед! И назад! О! Привет! Не нравится, когда на тебя сваливаются неожиданные гости? Катись отсюда, горшок на мотоцикле! Убирайтесь, проклятые ублюдки! Уничтожить их, раздавить, взорвать! О, нет. Я бы не стал этого делать, друзья. Звери себя так не ведут. Лучше бы вам удрать, чем связываться с нами. Вернитесь, трусливые мотокентавры! Эй, огонька не надо? Что ты валяешься? Поднимай своих подчиненных, догоните этих драных волков. Так, босс, мы ведь уволены, забыли. Беру назад, шевелись. Так, босс, это конечно, но сперва надо поговорить о повышениях, о пенсиях, о наградах. Ну что, братья, тухлую рыбу мы поджарили. Рептички у фонтана. Эти ребята помогут, если будут какие дела с мышами. Песни поем.
лучшее выступление. А теперь пора на выход. Посадки! Понимаете, аквапарк пока закрыт, и работники не требуются. А вы можете за 3 минуты доставить заказанную пиццу? Фильм дублирован студией «Фортуна Фильм». Роли дублировали Елена Соловьева, Вячеслав Баранов, Рудольф Панков, Никита Прозоровский...